Подвергся жесткой критике министр Индонезии Тифатфул Симбелинг за то, что протянул руку первой леди США. Инцидент произошел во время официального визита Барака Обамы. Индонезиец, который исповедует консервативный ислам и не должен прикасаться к женщинам, встречал американскую делегацию. Мишель подошла к нему очень близко, и Симбелинг пожал ей руку. В Твиттере он тут же написал, что сделал это против своей воли. Белый дом пока никак не отреагировал на эти высказывания, но в индонезийском интернете идет бурное обсуждение. Прикосновение Мишель Обамы не первый раз оборачивается скандалом. Так, во время визита в Великобританию первая леди позволила себе приобнять королеву Елизавету, до которой по протоколу дотрагиваться категорически запрещено.